Под сводами омского велотрека собралось более 500 спортсменов в белоснежных кимоно. Все они участники первенства Сибири по карате. Два соревновательных дня есть у них, чтобы выявить сильнейших. Причем чемпионов наградят не только медалями. Каждому, кто одержит победу, достанется еще и путевка на первенство России. Этот финал один из первых. На татами девушки весовой категории 54+. Спортсменки знакомы друг другу и уже не раз встречались в поединках за медали. Сегодня очередная борьба амбиций. И успешнее оказывается финалистка с синим поясом Дарья Копыльцова. Ее козырь сегодня – подсечки. На тренировках удавалось, тренер нам объяснял технику выполнения подсечек, бросков. Высекала ногами, броски выполняла. Вот. Задние, передние подножки. Переводила удар с верхней уровней на нижние и наоборот. Поединки спортсменов зрелищные. Несмотря на то, что карате больше юношеский спорт и здесь минимальный контакт при ударе, однако спарринги от этого не стали менее жаркими и яркими. В последнее время все работают в стандартной, стабильной технике. Меняется сейчас основной акцент, все делают именно на физику, скорость. То есть все развивают больше скорость. То есть техника, тактика в последнее время не очень меняется. Все работают больше от защиты, стараются не пропускать баллов. Именно прибавляют в скоростном компоненте. Новый виток в развитии карате добавился этим летом. На прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх, а если быть точнее, на сессии Международного олимпийского комитета в августе, этот вид единоборств включили в большую олимпийскую семью. Наряду с бейсболом и софтболом, скейтбордингом, скалолазанием и серфингом теперь и карате стал олимпийским видом. Можно считать сегодняшний старт, сегодняшние соревнования по праву одними из первых стартов в трехлетнем цикле, олимпийском цикле подготовки в Токио в 2020 году. Сегодня в течение двух дней более 500 участников из 11 регионов Сибирского федерального округа будут бороться, будут проходить поединки за путевку в финал первенства России. Уже на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году каратисты разыграют первые в истории медали главных игр четырехлетия. Перспективы открываются и перед омскими спортсменами, но это планы на далекое будущее. А о ближайшем – победители в каждой весовой категории первенства Сибири получили право выступать на первенстве России. Оно пройдет в конце ноября.